знать существующих у нас компонентов, сверху произведен анализ параметров MEMS, воздействие получается на них. Разработан может быть параметр MEMS акселерометра и гироскопа. Построен ГАП, разработан параметрическая модель распределения физических количеств воздействия на MEMS. Проведено получается моделирование осевого акселерометра и гироскопа в эксплуатации объектом самой мультики, как это является. Есть реальная версия. Также проведен эксперимент по воздействию механических нагрузок на выполнение параметров MEMS. Акселератор и гироскопа на стенде и стенде для динамических испытаний и вращательных периодических нагрузок. Страница 11, да, второго порядка. Страница 11? Да. Почему нет шифровки влияния агрессивных средств? Почему нет шифровки влияния? Нет. Вы написали, да. Волновое так воздействует, тепловое так, да. Агрессивное как. Какие? Агрессивное. Агрессивное. Вон. Больше подавить? Вот. Тепловые, а потом написано агрессивное. Ну и как воздействовать? Почему не прошибло? Ничем указывалось, если ничего не расписано. Ошибка случается. Ошибка? Ну, ошибка. Как агрессивное среда влияет? Ну, тогда всегда получается влияет на параметры. Кислота, например, влажность. Как влияет на MEMS датчики? Ну, кислота, получается, начинает чуть-чуть. Может и разведа, а может не разведа. Ну, она разведа. А влажность? Ну, влажность получается при участке... Что такое влажность? Что? Что такое влажность? Влажность? Это получается... Спросит, когда передача. Ну, ладно. Мы выехали. Параметрическая модель тепловых механических воздействий. Здесь куча параметров. Вы исследовали механические... Так что именно? Получали, вложили как страничка? Ну, девятая это страничка. Ну, это можно. Вот на 5 метров. Давай девятая. Вот. Сила тяжести. Вращающий, центробежное, влияние вибрации, упругость. Что у вас вот здесь? Вы что исследовали? Исследовали, получается, мы ложили саму деталь. Датчик. И применяли к нему сторонние механические воздействия. Какие? Ну, первое, это получается вибрация, второе, это получается сила, динамика получается. Нагрузка, да. Ну, что это?
13 дней. Опять график чувствительности длины консоли. Да. Как что это определяло? И получается, на выходе получается два параметра. Есть два параметра. Чувствительная консоли, длина консоли. Как вы ее меняете? Длину консоли. Под длину консоли? Внизу по оси X, насколько я понимаю, длина консоли. Да. Тут есть чувствительность. Как вы меняли длину консоли? Следующий элемент – это консольная балка, да? Вот как изменится параметр быстродействия при уменьшении линейных размеров консоли? Ну, она получается… Можете, пожалуйста, ответить еще вопрос? Как изменится быстродействие, ну, хотя бы в какую сторону, при уменьшении размеров консоли? Как влияет длина консоли на быстродействие датчика? Ну, это получается... Это не это, да. Да, понятно. Ну, вот почему в МАНС акселерометр используется, скажем, в качестве датчика, он подушка безопасности это нет. Ну получается, что в случае чего, допустим, человека повредили, ну, за рулем. Это зачем? Ну чтобы он. Это зачем, понятно. Чтобы срабатывало, получается. Почему стало возможным использование микросистемных датчиков вот в таком устройстве? Может, с уменьшением размеров повышается быстрее. Вот у вас там ряд математических моделей. Вот можно ли по таким математическим моделям рассчитать параметры конкретного датчика? Можно. Математическую модель покажешь. Любую. Математическая модель. Это набор параметров. Физическая модель, которая описывает связь одного с другим. Thank you.
Washington.